Ну, сегодня у нас 15-е. Готовим по 3 пруда, слеги большие, по 8 метров. Это Роман Кроликов работает, Андрей Ильич. Исааки помогают тут. Укладывайте головка с головкой. А это на дрова к себе домой, забери. Которые на дрова, вы все себе берите. Вот это ваши все, вот эти. Вам это сгодится. Вон он еще ворочает. А там он этот, Никита работает. Так. Обрубай ровно. По самый корень обрубай. Листочки. Там человек идет, аккуратно. Ну, давай вот этот сначала. Вот эту вот, большую. Штучки укладывать. А дрова, а к ним это... Роман, неси это ему туда, дрова. Ну, я туда. На этом уйди оттуда, вытаскивайте сучки, сучки это все. Там обрубай сучки, вон те далеко. Вот Роман 44 удара делал, а сейчас уже 4 удара. Дядя Игнатий по-своему не научит, как писала российская газета. Так, теперь эту отбей. Ну да, подожди-ка. Да, вот это все, нормально. Теперь вот эту отбей большую. Заботятся брюки порвали, держи все вместе. Придешь домой, я говорю, зашеешь туда. Это что сделалось? Соскочило или порвало? Нет, соскочило. Ничего не повредило? Нет. Ну, слава Господу. Посмотри, как. Ключ принесу. Ключ не взял. Андрюша, я тебе вопрос хотел один задать. Знаешь, тут у нас все только 4 нашли, которые до конца пойдут. А которые попали в ограду свиней, ты не отдашь? Которые прямые. Вот эти вот, вон наклоненные. Там штук 5 я наглядел. Да что, пожалуйста. Ну все. Тогда ты направь плиту, пилу, ну, помоги. Мы упарились здесь. Тяжело ручной пилой-то. А я какой работник-то? Так. Ты помоги нам. Мы это ошкурим. Потом надо искать будет эту отработку. Ну вот. А их куда-то перегнать или может, шагнуть маленько. Они же увидят, где мы. А на забор упадет ничего? Жалко. Жалко. Какие? Но какие, а вот какие. Вот наклоненная одна, вот она стоит. Вон она рядом вторая, третья, четвертая наклоненная. Ну посмотрим, чтобы они туда упали. Как-то. Да, где-то так. Это так. Отлетят, отлетит весь забор. Вот. Ну большие не будем брать, а которые вот эти вот, наклоненные, поменьше. Я сколько мне надо? Раз, два, три, четыре. Ну штук 16 надо. Сейчас. А остальное я березой заменю. Сейчас. Давай. Вот Исааки пришел, мы показали культуру лесопользования. У них как попало, развалено было. Сделал замещание, пошел домой к отцу. Прижми. Вот он теперь ужимает. Вот так. Попляши на ней. Попляши. Вот туда заталкивай. Еще лучше туда, если скатнешь. Она на дерево упрется.
Там Никита. Вот теперь мы это все перебрали. Смотри, какая площадка получилась ровная. Гляди, Исаки. Сравни, только начали работать, и как все по-другому поменялось. И я вспомнил, как топором надо. Сейчас отец там сделает, придет, но мы кое-что тут еще тогда углядели. Постараемся. Это нам надо тут шкурить прямо здесь. Вытаскивать. Ну вот так, видишь, пила захватила, соскочила. О! Только поперек нисколько, чтобы не была она. Ровно ложилась. Камелек к камельку. И вот эта, которая дальше, тоже захвати, там вытащите, чтобы проход был. Вот эта вот, которая лежит слева. Помоги. Давай. Ты топором не маши там. Отошел. Вот они как роют. Сейчас посмотрим маленько, подожди-ка. Показать, как трудятся они. Вот они готовятся под нож, а человек, и человек также готовится. Человека черви сидят. И все мы приговоренные, всем нам надлежит, говорит, умереть. А потом суд. И ничего не сделаешь. Держи-ка. Батарейки осталось на минуту. На одну минуту? Да. Ну как так? А вот все. А? Вот видите? Не вижу. Ну тут вам не видно, может. 0,01. Красная, видите, горит уже. Ну все, закрой. Иди помогай сейчас. Дай-то закрой. Мне нужно. Закрой, все. Мне это не надо. Дай-ка топор.